что поможет закрыть гештальт. Есть простой и самый эффективный способ – это написать письмо. Ну, как бы вот тому человеку, на которого осталась обида. Как родителям не создавать своим детям незакрытые гештальты? Смотреть, а где, какая их сейчас потребность, ну, удовлетворяется. Где баланс между стремлением доделывать все дела и чрезмерной педантичностью? Если мы не создаем из этого культ закрытия гештальта, да, то есть то мы начинаем к этому относиться легче. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 24 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Зоя Немирова.